сделать, сейчас предлагаю сделать. Мы с вами вчера разбирали паттерны вопросов, но мы, собственно, вопросы по большому счету так не отрабатываем. Что будет сейчас делать? Вы садитесь в пары, ну и где-то минут, ну, может быть, по 20, по 25 в каждую сторону. Ваша задача сопроводить клиента в транс и там его поводить при помощи вопросов. Интересно, у тебя закроется сперва правый глаз или левый? Любопытно, как ты будешь себя чувствовать, когда сможешь расслабиться достаточно хорошо для того, чтобы погрузиться в транс, отправиться в приятное место, в приятное воспоминание. В этом приятном воспоминании будешь ли ты один, или будут какие-то значимые, интересные для тебя люди. Ведь когда человек расслабляется, ему обычно гораздо проще, легче почувствовать себя приятно и хорошо. Ведь правда? Понятно? И вот ваша задача отработать вот эти вот все вот эти там пять паттернов костных внушений уже не в констатации факта, как в трезвом, то, что мы с вами делаем, а именно в формате вопросов. И отследить, что внушения в формате вопросов работают тоже очень и очень хорошо. Ну, при условии, что вы в свой вопрос вкладываете образ начала действия. Человеку из вашего вопроса понятно, какое действие от него ожидается. Понятно, что? Ответа ждать или просто? Не-не-не. Просто ответ. Чем хороши вот именно вопросы для нас, что нам ответ на них не важен. Потому что для нас вопрос – это способ передать команду. Что нам человек скажет, нам по барабану. Ответит он, не ответит, какая разница. Наша задача при помощи вопросов человеку внушить человеку. Когда прямой вопрос – можешь ли ты устроиться поудобнее? Это вообще прямое внушение – устроиться поудобнее. А когда человек закрывает глаза, ему обычно проще представлять приятное место. Не так? Тоже внушение, но в формате риторического вопроса. Альтернативное. Транс ты сейчас начнешь погружаться или чуть попозже, когда глаза закроешь. Любопытно, как быстро ты сможешь погрузиться в транс и найти для себя самое приятное, самое комфортное место, в котором тебе могло быть по-настоящему хорошо. Уточняющее. Интересно, с какой скоростью ты сможешь погружаться в транс? Сможешь ли ты достичь наиболее оптимального трансового состояния за 5 минут или, может быть, даже за 1,5 минуты? Запад. 10 внушений, например, что? 10 внушений, например, внушить просто разными формами. Да нет. Еще раз, мы делаем то же самое. Сопровождение в приятное место, чтобы человек там еще напитался сил, энергии все им что надо. Просто мы это вот сейчас в качестве отработки делаем в формате вопросов, чтобы вы поняли, как через вопросы вы можете передавать человеку внушение. То, что сейчас делаем. Все то же самое. Просто теперь у нас другой фантик для передачи внушения. Пример какой-то. Только что. Я еще раз. А дальше. Негативно, парадоксально это все. Да, ну, то есть, чтобы человек ходил. Коллеги, здесь вот, если вы хотите, чтобы люди хотели с вами продолжать общаться, там, не знаю, формальный контекст, неформальный контекст, если вы ведете человека в транс, полезно ему давать внушение, когда он там уже в трансе, на хорошее самочувствие и хорошее настроение. Что самочувствие всегда может быть еще лучше, настроение всегда может быть еще лучше хотя бы на чуть-чуть. Даже если у человека все замечательно, но чуть-чуть, ему все равно приятно, понимаешь, что вы о нем заботитесь. Поэтому, когда там человек где-то находится, уже совсем хорошо трансовался, нужно дать ему внушение. Интересно, насколько ты будешь чувствовать себя хорошо, когда ты откроешь глаза и выйдешь из транса? И когда откроешь глаза, сможешь ли чувствовать у себя хорошее самочувствие, хорошее настроение, удовольствие, что все происходит сейчас именно так, как происходит, и что ты научился использовать трансовые техники для погружения в транс, быстрого отдыха, восстановления сил, получения удовольствия от жизни. В формате вопросов. Понятно? Когда ты выйдешь из транса, это уже когда ты выходишь, наверное. Да, нет, там в глубине. То есть я не говорю прямо сейчас, я говорю. Интересно, вот, когда через некоторое время ты откроешь глаза и выйдешь из транса, насколько хорошо и радостно ты будешь себя чувствовать? Простой вопрос, просто уточняющий. Еще один момент. Если вы посмотрите, вот эти вот четыре предыдущие группы вопросов, это все в частном случае уточняющих вопросов. Понятно? Да? И выводить тоже с вопросом, вы говорите? Да, естественно. И через некоторое время, когда ты почувствуешь себя хорошо, интересно, как скоро ты сможешь захотеть вернуться обратно. И если ты уже готов начинать возвращаться обратно, пускай у тебя пошевелится, может у тебя пошевелится указательный палец правой руки, смотрим, как у тебя палец шевелится, ага, очень хорошо. Любопытно, у тебя обратно начнут возвращаться сперва ощущения в руках или ощущения в ногах? Или ты сперва начнешь лучше слышать, что происходит вокруг? Начнешь ли ты замечать, как чуть у тебя вздымается грудь, на вдохе опускается на выдохе? Начинаешь ли ты замечать, как бьется твое сердце?
замечаешь ли ты, что у тебя по-настоящему хорошее самочувствие, хорошее настроение? Понятно? Все в формате вопроса. Мы не пытаемся ничего, мы просто искренне интересуемся, что там с ним происходит. Мы просто в это аккуратно вкладываем команды. Понятно? Ну, если ты уже можешь, ты можешь выходить или как? С вопросом вывести его надо. И когда ты будешь окончательно готов, может ли у тебя пошевелиться указательный палец, например, правой руки, а когда это произойдет, сможешь ли ты открыть глаза с хорошим самочувствием, хорошим настроением, выйти из транса, потянуться, улыбнуться и почувствовать, что жизнь по-настоящему прекрасна и изумительна. Вопросы, обратите внимание, ни одной констатации. И все, это значит, он должен выйти. Ну, если у человека на самом деле хорошо, если у него там нет никаких там глубоких задач, которые ему в транс надо решать, он обычно выходит. Но если вы наблюдаете, как-то человек сидит и не шевелится, вы продолжаете его там в транс сопровождать. Жалко, что ли? Понятно? И вы обратите внимание, вот эти вот штуки, они хороши, особенно с детьми. Когда детям через вопрос. Мы ничего не даем, просто даем вопросы. Интересно, когда ты начнешь засыпать, тебя закроют правый глазик сперва или левый глазик сперва?